Ah!
Вот смоляной утес. Агент Марада должен быть на рыночной площади. И где этот агент? У него было время собрать сведения. Надо поискать. Конечно. Собачиться с карты забавно. Но скоро нам нужно... Тут недавно был кто-то. И явно спешил. Мы должны собраться. Это агент Марада. Люди Дарвала его нашли. Выходит, он что-то знал. Посмотри. Он нарисовал карту своей кровью. Да, таким картам стоит следовать. Вот смоляной утес. Он отметил точку на севере. Наверное, Дарвал тут. Мои люди ждут у границ города. Я приведу их сюда. Их сковали цепями. Дервал — техник. Наверное, он на них экспериментирует. Или на части разбирает. Они помогут мне навести шороху. Я пойду первой. Ждите, пока завяжется бой. Хорошо. Мы тебя прикроем.
у Дидерлана. Очень надеюсь. Выпускайте машины! Стреляйте в цепи!
один место в ангарде! Эрза наверняка там. Надо прорваться. Вот чем они защищаются от этого жуткого звука. Дервал пытал меня. Он мало знает. Почему ты не взяла меня? Я должен был пойти. Пусть я никчемный пьяница, но... Нет, дурак. Дервал прислал письмо. Вызвал меня на переговоры. Я знала, что это ловушка. Потому не взяла тебя. Чтобы ты не попался. Просто я переоценила свои силы. Думала, что справлюсь. Послушай, Дервал сделает Меридиане что-то страшное. Сказал, Ават увидит, как дым застилает его обожаемое солнце. Ты нужен королю. Игры закончились. Пора быстро становиться взрослым. Понял. Обещаю. Смотри, выполни, братец. Эрза. Нет, нет, не умирай. Я не подведу. Обещаю. Эрент. Соболезную. Надо найти Дервала. Но Меридиан такой большой. Я осмотрю его вещи. Может, найду зацепку. Эту машину разобрали со знанием дела. Что он тут проворачивал? И хочу ли я вообще это знать? Странное устройство. Красиво сделано. Что будет, если включить? Рабочие записи из мастерской. И какое-то письмо вложено. Он переправлял в город огнежом. Найдем его, найдем Эдервала. Что сказать-то? Я даже не знаю. Да что угодно. Я просто хочу услышать твой голос и сохранить его. Я спою, папа! Ла-ла-ла-ла-ла-ла! Прекрасно. Песни и смех. Это даже лучше, чем слова. Теперь смогу услышать, когда захочу. Ну что, все? Тогда быстро спать. Спокойной ночи, папа и мама. А ушла? Что мы будем делать?
Они подбираются все ближе к источнику. Долго мы сможем прятаться, как... Кажется, я что-то обнаружила. Нам надо вернуться во дворец. Иди. Я догоню. Я должен позаботиться о сестре. Пригодится.